Всем огромный привет! Рада всех приветствовать на канале. Сегодня будет распаковка посылки. Посылочка пришла с бытовой химией. Давайте откроем, посмотрим. Все хорошо упаковано. Я надеюсь, что ничего не протекло и все будет в целости и сохранности. Очень люблю распаковывать посылки на камеру. И я знаю, что многие тоже обожают данную тематику. Все, посылочка распакована. И давайте посмотрим. Действительно, все хорошо упаковано. Здесь у нас много-много пупырки, чтобы все средства сохранились в целости и сохранности. И смотрим. Пришли мне продукты бренда Джунда. Это у нас экономичная бытовая химия, которая невероятно сейчас набирает свою популярность. И ни одного отзыва отрицательного я не слышала. Мне очень хотелось попробовать. Это у нас концентрированный гель для стирки белого белья. Здесь у нас, я так думаю, 1 литр. Да, 1000 миллилитров. И девчонки говорили, что нужно всего лишь 5 нажатий, чтобы постирать. Вот такая вот хорошая бодейка. Следующий продукт идет тоже Джунда, и это у нас средство для мытья посуды с гиалуроновой кислотой. Также данные продукты с гиалуронкой, они сейчас пользуются наибольшей популярностью, потому что все-таки и состояние кожи рук, оно менее страдает, чем если использовать какие-то обычные агрессивные средства. Данный продукт идет с зеленым чаем и мятой, с ароматом. Тоже 1000 миллилитров. Смотрим следующий продукт. Что-то такое тяжеленькое. И это, я думаю, что кондиционер. Хотя гель для мытья посуды и детских принадлежностей с ароматом цветущей сакуры. О, круто! Хочется, конечно, быстрее сделать затест и протестировать в деле данные продукты. И вот этот продукт я ждала больше всего. Это у нас должен быть, по-моему, стиральный порошок, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Экологичный стиральный порошок торговой марки Джунда для цветного белья. Концентрированный стиральный порошок. Очень интересно. Хочется его тоже побыстрее уже потестировать. Я думаю, на 36 стирок, 900 грамм. И вот она температура, при которой можно будет им стирать. Давайте поближе посмотрим, как выглядит данный порошок. Внутри присутствует мерная ложечка и, соответственно, сам порошок. Вот так вот он гранулирован. Сейчас хочу послушать аромат. Аромата практически вообще нет. Я думаю, что данное средство будет гипоаллергенно. Я бы сказала, что аромата вообще нет. Не совсем, а вообще. Интересно, конечно, его испытать в действии. Гель для мытья посуды имеет невероятно крутой аромат именно цветущей сакуры. Давайте посмотрим консистенцию. Гель не сильно жидкий, такой средненький, розовенький. И обалденно пахнет.
Гель, который идет с ароматом зеленого чая и мяты, он уже такой зелененький, тоже такой густоватенький. Ароматы, конечно, здесь невероятно обалденные. Это просто несравнимо ни с чем. И последнее средство. Концентрированный гель для стирки белого белья. Он уже идет такой вот голубенький. Аромат у него такой чистоты и свежести. Очень приятный, такой не раздражающий. Сразу хочется сказать, что данные продукты можно приобрести на Озон, на beru.ru. Можно найти их по очень-очень таким бюджетным ценам. Поэтому, девчонки, заходим, ищем эти продукты и тоже тестируем, рассказываем о своих отзывах. Я, конечно же, с сегодняшнего дня начну их у себя использовать и чуть позже расскажу, как они в работе. Я с вами не прощаюсь, поэтому увидимся чуть позже. Тестировала я все эти продукты чуть больше месяца, у меня сложилось определенное свое мнение, и хочу я начать со средства для мытья посуды с ароматом цветущей сакуры. Оно мне безумно понравилось, оно идеально смывается с посуды, хорошо им мыть какие-то овощи, фрукты, не остается никакой аромат. Руки после мытья большого количества посуды остаются мягкие. И они действительно не теряют столько влаги, если мы моем каким-то обычным средством для мытья посуды. Очень экономичное. Его нужно очень-очень мало, чтобы помыть гору посуды, поэтому однозначно его рекомендую. Практически аналогичный продукт, только здесь идет другой формат, другая упаковка, ну и, конечно, аромат зеленый чай и мята. Он более освежающий, более такой нейтральный. Данное средство очень понравилось моему ребенку. Она говорит, оно очень нежное, тоже экономичное, ручки мягенькие. В общем, его тоже однозначно рекомендую. Повторяшки будут это стопроцентные. Теперь хочется поговорить о порошке. Этот порошок предназначен для стирки цветного белья. Здесь 900 грамм, и я им активно пользовалась. Потом я прочитала тщательную инструкцию, поняла, что им можно стирать также и белые вещи. Он будет хорошо отстирывать любой вид ткани. И я израсходовала где-то, ну, мне кажется, чуть больше половины, потому что мне он безумно понравился. Он действительно гипоаллергенный. У нас есть аллергики в семье, которые не переносят какие-то очень химозные порошки. И поэтому очень-очень он хорош. И также хочется отметить, что данный порошок идеален для стирки в жесткой воде. Не остается никакого налета. И все отстирывается даже без использования каких-либо пятновыводителей с первого раза. Я даже добавляла порой не целую ложечку, а половинку, если у меня был барабан заряжен где-то на 2-3 килограмма. Если, конечно, я стирала 4-5 килограммов, я заряжала с целой ложечкой. Мне понравилось, я осталась в восторге. Однозначно тоже буду повторять, классный суперский продукт. И последний продукт – это концентрированный гель для стирки белого белья. Этот продукт мне безумно понравился. В одном из видео я уже упоминала, что я сейчас перешла именно на Джунда и стираю им, потому что этот гель, он не только идеально отстирывает белое белье, придает ему синеватый отлив, но и также этот гель, он очень сильно экономичный. Нужно всего лишь 5 нажатий на стирку, если вы стираете 4 килограмма белья. Если, конечно, стирать 5 килограмм, нужно 6 нажатий. Если 7-8 килограмм, то 7 нажатий. Мне 5 нажатий хватает вполне. И я под впечатлением, потому что, смотрите, я стирала практически 5 недель, раза 3-4 в неделю, и у меня ушло всего лишь
немножко. То есть, имея в обиходе такой порошок, вы всегда будете уверены и в качестве стирки, и, конечно же, экономичность будет для вас важным таким пунктом при выборе порошка. Подводя итоги, хочу сказать, что данная линейка средств, она просто обалденная. Если у вас есть возможность и вы стоите перед выбором, обязательно хотя бы что-то из этой линейки попробуйте. Мне кажется, Джунда это все-таки некий прорыв для нас, домохозяек, для тех, у кого нет времени на долгие поиски качественного порошка. Поэтому в любом случае обратите внимание на линейку продуктов Джунда. Ну а я буду с вами прощаться. Всего вам самого наилучшего и пока-пока!